Москва, 2 июля, РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле. По словам певца, в поведении артистки нет ничего предосудительного, учитывая повышенное внимание к ее персоне. Алла Борисовна – публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон. Цитирует Лещенко телеканал «Звезда». Артист добавил, что к поступку певицы привлекается слишком много внимания. Ранее в сети появилось видео, как Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва-Рига на автомобиле Maybach.